А этот вопрос нам не нужно? Хорошо. Ну что, сегодня доклад Елены. Точно? Елены по статье. Ну, соответственно, ну, тема это модальные логики произведения некоторых топологических пространств. Как-то так, кажется, оно звучало по статье, соответственно, Кудинова. Вот. По статье Андрея Валерьевича, да? Ага. Ну, хорошо, вам слово. Да, хорошо. Ну, понятно, что для начала нам, в принципе, приятно было бы вспомнить и осознать, к примеру, что такое вот это замечательное соединение двух логик. Потому что потом окажется, что соединение некоторых логик – это, собственно, логика ку на ку. И поэтому для начала приятно было бы это тоже понимать. А вот тут же нормально, если… Хорошо. Вот. Значит, пусть у нас есть две логики унимодальные, L1 и L2, и мы хотим взять их соединение. Тогда это будет логика, соответственно, K2 минимальная, видимо, пимодальная логика, наверное, так ее правильно говорить, плюс L1, где у нас бокс. Мы к нему представляем индекс, единичку, и L2, где боксу представляется индекс 2. Вот. Ну и также довольно стандартно, когда у нас рассматривается модальная логика, мы смотрим на шкалы Крипке. Но мы будем смотреть, что такое шкала Крипке, мы знаем, поэтому можно определить немножко некоторый, видимо, подвид этих шкал, которые, как они назывались, фрактальные. Вот. Это когда у нас есть некоторое множество А из некоторых букв. Там 1 и так далее, их может быть довольно много. И мы рассматриваем шкалу, где наше множество – это А-звездочка, то есть конечные последовательности элементов из А, и отношение R, которое, ну, если мы будем рассматривать шкалу, которая будет называться F и N, то есть нерефлексивное и нетранзитивное, то наше отношение R будет говорить два слова. А1, АН и А1 штрих и так далее. А, стоп. Да, можно, наверное, написать все-таки вот так слова. А и Б будут состоять в отношении. Тогда и только тогда, когда, если мы припишем к А элемент из А, ну, то есть существует А0. Соединение. Нет, так я не видел. Или слияние, или соединение. Вот, ну и, соответственно, когда у нас не рефлексивный, не транзитивный случай, у нас отношение это, если существует некоторое А0, что если мы к А припишем, соответственно, вот это вот А0, у нас получится Б. Также можно определить, ну, мы определим 4 шкалы, специфически вот и нерефлексивное, нетранзитивное. Подожди, какие утверждения мы будем пытаться обосновывать или что делать? Мы будем,
Соответственно, мы определим вот эти вот шкалы, и именно для них окажутся верными некоторые достаточно приятные факты. Ну, то есть мы сможем показать, что... как его? Ну, в общем, через эти шкалы они обладают хорошими свойствами, именно эти шкалы Крипке, а не какие-то другие. А как это связано с операцией слияния? С операцией слияния это будет связано впоследствии. Мы обнаружим некоторые хорошие свойства, которые позволят нам этой операцией слияния хоть как-то пользоваться по-человечески. Это шкала, которая сейчас рассмотрена. Но почему там и-и-и-и-ян, это не очень понятно. Иррефлексивные, нон-транзитивные. Не числа и-и-ян, а это не числа и-и-ян, это буквы. Да. Значит, это шкала, это дерево просто. Это стандартное дерево, которое строится из... из вот этих букв. Да. Ну, то есть, если у тебя вот это А бесконечно, да, то тогда, если и рефлексивно, и интенсивно, то это будет полна относительно, в смысле, относительно этой одной шкалы будет полна логика D, да? Это дерево для D. Вот если мы сделаем транзитивно, то будет D4, а если мы делаем рефлексивно, будет S4. Это стандартный совершенно исход. А слияние потом появится? У нас будет... Ну да. Это слияние появится уже, когда мы будем брать произведение двух шкал. Ну если у тебя условно слияние двух шкал. Черных и белых, да, то тогда это у тебя будет полна относительно слияния. Брауэр это назвал универсальный поток. Вот, ну, в общем, помимо вот этой вот шкалы, для которой, соответственно, действительно будет полна логика D, там будут рассматриваться шкала F и R, которые, ну, значит, так, стоп. И Т, конечно же. Потому что иррефлексивное, транзитивное. F рефлексивное, нетранзитивное. И F рефлексивное, транзитивное. Вот. Ну и более-менее понятно, что мы вот это вот отношение... для иррефлексивной и нетранзитивной определяем просто дописать, как дописать, можно дописать одну букву и получить второе. И для оставшихся шкал мы просто берем для этого отношения либо рефлексивность добавляем, либо транзитивность и смотрим, что получится, либо и то сразу. Вот. И... Замыкание берем от этого отношения. Да. Да. Так. Рефлексив. Вот, значит, для. В общем, это уже несущественно, потому что это легко восстанавливается. А что существенно, значит, вот этот факт про логики. Значит, рефлексивное, транзитивное. Вот. Соответственно, также после этого мы определяем другую хорошую вещь. Мы определяем вот такое же слияние для двух шкал Крипке. То есть, если у нас есть две шкалы Крипке, ну вот пусть они будут F1 и F2,
мы можем определить вот такую замечательную штуку, у которой, соответственно, так, будут два отношения, ну, то есть это будет шкала, где слова составляются, соответственно, из двух алфавитов. Ну, если F1, это у нас там было A с отношением R, A звездочка, конечно же, и F2, это было B звездочка с отношением R. Ну, и R одно из вот этих вот отношений. А это, соответственно, определим только отношение R1, потому что R2 будет аналогично определяться. У нас два слова, как они там будут? Два слова будут состоять в отношении, если существует Z, которое... Слово с... Так, стоп. Так. А, да. Существует слово Z из A, такое что? Это слово... пустая последовательность состоит в отношении R1 с этим словом Z. Ну, то есть это чтобы не определять отдельно для каждого из этих отношений. И там, если оно у нас нерефлексивное, нетранзитивное, то там это Z может быть только одной буквой, соответственно. Если нет, то как раз как получится. Как это связано с I, B? Сейчас. А, нет, типа I... Да, конечно же, да. Все. И такое, что если мы припишем к A Z, то у нас получится B. Вот. Самое главное. Самый главный кусок. Вот. Дальше есть, собственно, замечательный факт, как же вот это вот изначально фьюжн двух логик был связан с этим всем безобразием. Замечательный факт, который я не буду доказывать, у нас, соответственно... Ну, да, замечательно. Здесь говорится, что нужно брать именно такие шкалы. Ну. Да, то есть это, ну, то есть это отделение работает только для шкал, которые построены таким образом. Да, это R, вот это вот R1, это то, которое у нас... А, вот тут F1 с отношением R1, R2, и R1 и R2 — это один из вот этих четырех вариантов. Вот. И значит, на самом деле для шкал вот таких, как те, выполняется вот это вот утверждение. И оно замечательное, оно будет очень хорошо помогать. Вот. Значит, дальше начинается как раз более веселое. Можно, чтобы удобнее было работать, ввести некоторые
некоторые другие шкалы, которые окрестностные шкалы. Вот. То есть мы пока что это поняли и на время об этом забываем. Потому что это понадобится потом. А если я три раза возьму пилу, вот это дерево, фьюжн этого дерева, эта форма будет работать, да? Это только трехкратное слияние, трехкратное слияние. Дима, да. То есть там F1 и F2 не обязательно брать в точности те, которые были в начале, а можно брать уже результаты слияния. Сейчас, лямбда N1 Z стрелочка. Это значит, Z состоит из одной буквы. Ну, если у нас там взять и вот самый простой, и N, да? А Z, ну... Это одна буква просто. Ну, да, и как раз вот это вот, чтобы можно было для остальных случаев точно так же писать определение. Да, в основном случае Z это одна буква. Z это одна буква, а B получается написано одной буквы. Но только важно тут, значит, чтобы у нас R1 получилось, у буквы из алфавита А. Да. Угу. Да. А если буква из алфавита B, то, соответственно, у нас будет R2. Да. Вот и все, вся разница. Значит, у нас получается дерево, в котором буквы двух видов. И да, под ним мы двигаемся, значит, R1, по другим R2. Угу. Вот. Значит, дальше. Ну, то есть шкалы Крипки, это, конечно, замечательно, но можно ввести немножко другие. Соответственно, окрестностные шкалы. У нас есть некоторое множество x. Мы будем строить это все на нем. И окрестностная шкала, это будет вот такая красивая буковка x. Это у нас будет множество x вместе с отображением tau. При этом отображение tau действует из x в 2 в степени 2, ну, соответственно, множество под множество, множество под множество, множество x. Вот. То есть мы каждой точке сопоставляем некоторый набор подмножеств, множество x. И мы еще ставим такое условие, что tau от x все-таки должно быть фильтром для множества x. Ну, для каждого x это должно выполняться. Вот. И элементы tau от x мы называем окрестностями точки x. Это x маленькое. Да, это x маленькое. А все-таки помните, что это фильтр, да, в 2 степени x, чтобы он как-то... Это фильтр, да. А может, я сейчас спрошу, что-то мне в голову пришел такой вопрос. А все-таки, почему шкалы называются шкалами? Вот слово «шкала» здесь, что означает? Да, по-русски, причем тут шкала, что, какой смысл слова «шкала»? Вот я как-то, когда был студентом, аж не успел его озвучить. То есть никакого смысла? Никакого смысла. Вот. Значит, у нас появляются вот такие окрестностные шкалы, с которыми мы и будем работать. Что мы, соответственно, о них хорошего знаем и хотим знать. Сейчас я вспомню, что мы от них хотим. А, но мы от них не так-то и много хотим. Мы от них хотим. Ну, к примеру, выясняется, что мы можем так радостно взять, и если у нас есть шкала Крипки, мы можем написать для этого множества окрестностную шкалу. Ну вот пусть у нас есть шкала Крипки, которая будет, значит, f от, ну, множества, пусть, x с отношением r. Тогда мы хотим взять и определить вот это вот x, где узнано, значит, опять множество x, но на этот раз tau, и tau от x маленького, это
под множество x. Такие что? У нас все, что с чем x состоит в отношении, является подмножеством вот этого u, ну и u это, соответственно, подмножество всего x. Вот. И дальше замечательный факт. Но это на самом деле вот эта вот окрестностная шкала будет называться n-фигурная от вот этой вот шкалы Крипке. Вот. И выясняется хорошая вещь, у меня заканчивается доска, что логика n от f, сейчас я вспомню, по-моему. Как истинность определяется. Понятно, что когда у нас есть окрестностная шкала, очевидно, как у нас работают все стандартные операции, то есть там и или что-то мы еще можем хотеть. Импликация отрицания. В общем, все вот это более-менее определяется стандартно, и это понятно. Вопрос, что мы делаем с боксом? Мы говорим, что пусть у нас в нашей окрестностной шкале в точке x будет верна... с оценкой v. Верно, бокс, пусть будет бокс пси, тогда и только тогда, когда у нас, существует некоторое, так, тут v, значит, существует u, лежащее, являющееся окрестностью x. Нормально же будет, если я тут сейчас продолжу писать, не слишком страшно. Существует u, являющееся окрестностью x, такое, что для любого y, лежащего в u, у нас будет верно, соответственно, xy, ну и там оценка v, что в y верна формула psi. Да, и существует такая окрестность, для которой в каждой точке формула пси верна. Тогда у нас бокс пси верно в точке x. Самое замечательное и неприятное, что окрестности, конечно же, могут не содержать точку x. Вот. И это бывает, наверное, интересно. Соответственно, у нас оказывается... У нас есть вот это, ну и дальше понятно, как определяется логика. И логика вот этой вот шкалы оказывается логикой обычной шкалы Крипке. Но оказывается, что они совпадают. А правильно я понимаю, что если мы условия монотонности уберем из этого слова фильтра, то надо будет просто сказать, что множество тех точек, где пси истина, составляет окрестность точки x, вот там более... Сейчас, окажется, это было верно только в как... Да-да, но я к тому, что если мы монотонность уберем, вот это определение не будет неверно. Здесь, раз фильтр, значит, монотонно все. Да. Вот. И кроме того, пустое место тоже не бывает, да, в таком смысле, обычно. Пустое множество не может быть окрестностью. В принципе, может в K, например, чтобы получить полуотрасль на K, нужно пускать пустые окрестности. Обычное определение фильтра. Да.
не отбивает. Но поскольку не здесь допускает. У нас... Почему? Они собственные фильтры. Ну вот да, что фильтр может быть не собственный. Да, но здесь, поскольку у нас всего лишь содержит Z, да, ну, тогда, мы да. можем как бы считать, что у нас фильтр сочный. Да, честный фильтр. Ну, в общем, самое важное, что мы пока что выносим из этого, что у нас логика вот такой вот окрестностной шкалы совпадает с логикой вот этой. Ну, с обычной, с логикой шкалы Трикси. Вот. Значит, наверное, вот это уже не нужно, значит, это можно стереть и продолжить писать. А после этого мы хотим определить, что... отображение, на самом деле, что-то вроде отображений между окрестностными шкалами. Ну, то есть, соответственно, хороших отображений. У нас существует... Так, ну, пусть у нас есть G из... G из окрестностной шкалы X в окрестностную шкалу Y называется, как это слово переводил, то ли связанный, то ли ограниченный, что-то такое. В английской версии bounded морфизм. Я не знаю, как это лучше. Связанный плохо. Окей, ну тогда, видимо, ограниченный. Может быть, мы будем бы это называть промахнуться, но все. Ну, промахнуться же субъекция. Просто морфизм. Ну, хорошо, напишем морфизм. И будем помнить, что мы морфизмом называем хорошим. Так, соответственно... Когда вот это G из X в Y хороший морфизм, когда выполняется, соответственно, три условия. Во-первых, G должно быть сюръективным отображением, ну, G сюръективное отображение из X в Y, ну, то есть X не... А, ну это такой морфизм тогда, если это сюръективный, то такой морфизм. Окей. Ну, x и y, которые множество, а не которые уже оснащены нашими этими. Во-вторых, должно оказаться, что если у нас множество u является окрестностью точки x, то значит g от u является окрестностью точки G от X. Да. Вот. Ну и третье условие. Оно самое длинное и неприятное. Так, я его записала, чтобы удобно. А, я его нарисовала. Прекрасно. У нас для любой V, являющийся... Так, стоп, любой V. Это вообще... С этого начиналось? Да. Любой V, являющийся... Образ окрестности окрестности, прообраз окрестности тоже окрестности. Ну, прообраз окрестности тоже окрестности. Получается, что для... Если у нас есть... Мы берем любую окрестность образа, то тогда существует окрестность, соответственно, x. Ну вот у нас есть x, у нас есть g от x. Если мы возьмем окрестность g от x, то существует окрестность тут, окрестность x, которая полностью переходит в эту окрестность. Вот. Это гораздо приятнее картинками изображать, а не всякими. Вот. Из G от X, условно говоря, существует окрестность X. Ну, да.
Нет, ну это понятно просто потому, что уже не успели от ответственности будет ответственность. Это ответственность, это ну, да. Потому что есть условия монотонности. Здесь, да, есть условия монотонности. Может просто написать, okay. Что для любого вы из G-1 от V, это, соответственно... Окей. Вот. В общем, вот наше хорошее отображение. И, ну, как бы, важно понять, чем же оно хорошо. Так, вот это тоже пока что идет нафиг. Хорошо, оно по той простой причине, что если у нас есть между двумя окрестностными шкалами вот этот p-морфизм, то тогда логика... Почти что открытая микроэнергия. Почти что, если это топология, то это как раз... Топология. Сейчас я в ту сторону вложения. Вот. Оказывается, что если у нас есть p-морфизм из x в y, то логика x вложена в логику y. Угу. Вот. Ну, это не очень сложно доказывается. Пусть у нас есть некоторые v-штрих, соответственно, если у нас есть некоторые значения на y, то мы довольно, ну, понятно, что по нему мы легко строим V на X. А при, говоря, что вот просто беря G в минус первый от того множества, которое соответствовало нашему выражению. И у нас понятно, что оказывается, что если некоторые формула верна в точке x, ой, вот так вот, верна в точке x, x, ну, то есть с вот этим вот v, который мы построили. Она верна тогда и только тогда, когда она верна не x, y же от x v штрих, если там верна формула φ. Вот. Ну, и то есть на самом деле самое важное вот это вот прекрасное вложение, которое потом поможет сделать много всяких веселых вещей. Вот. Но это пока не суть. Значит, есть вот это вложение, а также мы можем определить произведение окрестностных шкал. Пусть у нас есть шкала x1 и шкала x2. Их вот такое произведение, это будет, мы возьмем x1 на x2, множество с двумя окрестностными функциями. Может быть, это еще время, все про слово «шкала» думаю. Капитальная оценка, означивание, значение, поэтому «шкала» — это измеряет значение. Ну, так же пересохи. Каждый степень развития, что ли, один мир. Я помню, что вот вообще значимая формула, значимая, вот это формула. А раз означивание и значение, тогда где мы смотрим значение? Наверное, на шкале. Вот. Значение на шкале. Ну, видимо. Соответственно, tau1 определяем.
это как в топологии, на самом деле, вертикальные и горизонтальные топологии. То есть наше множество является окрестностью точки x1, x2, если оно содержит, ну, если существует такая окрестность x1 в понимании изначальной шкалы x1, что вот эта вот окрестность, помноженная на x2, лежит внутри нашего множества. Вот. И тогда это множество называется окрестностью точки x1, x2. Ну, соответственно, тау 2 аналогично, только в случае, ну, то есть там мы будем умножать точку x1 на окрестности, да, вот этой точки. Вот. Фильтр порожден вот этими вертикальными окрестностями. Дальше, ну, понятно, что на самом деле, если мы об одной из вот этих вот форм, об одной из этих функций забудем, то у нас окажется, что наша шкала – это такая несвязанная сумма большого-большого количества вот просто таких же шкал. Ну и вообще, в принципе, получится, что если у нас есть две унимодальные… Сейчас. А, да. Когда у нас есть… логики, мы можем также взять, помимо того, что мы можем взять их фьюжн, мы можем взять их произведение, ну, что-то вроде произведения в смысле окрестностных шкал. Вот у нас есть L1 и L2, две логики. Это N должно быть. L1 на L2, это, соответственно, будет логика множество, состоящего из произведений шкал x1 на x2, где я забыла еще одно определение. Как оно там пишется? Может, это двойной штопор, логика, или один, мне кажется, двойной штопор. Ну, окей, да. Вот. А, еще одна скобочка. Как это называется? Произведение. Скорее всего. Из произведений, которые не основаны в конфликте, а это на основе ответственности. Ну, какой-то у одного общего одного термина не устоялось. Да? Просто окрестностное. То есть не просто, наверное, правильно вот эти окрестностные произведения надо. Сейчас пока напишу. Не знаю. Я для краткости статьи назвал N произведения. В общем, хороший факт про вот это вот n-произведение. У нас окажется, что... Сейчас я проверю. Да, в правильную сторону. Что фьюжн двух унимодальных логик вкладывается в вот это вот окрестностное произведение этих же логик. Вот. Ну, собственно, это, так сказать, то, что... будет как раз и важно. После чего мы, соответственно, переходим уже к основному. Собственно, что мы хотели? Мы же хотим не всякие вот эти вот, а как-то поработать с произведениями, шкалами Крипке. В общем, мы помимо... Ну вот мы научились одну шкалу Крипке строить по... одну окрестностную шкалу строить по шкале Крипке, но мы можем на самом деле по шкале Крипке, не по шкале Крипке, на самом деле по вот этим вот нашим фрактальным, их тут уже нет, фрактальным шкалам Крипке строить тоже некоторые окрестностные шкалы.
Вот пусть у нас есть наша фрактальная шкала. То есть у нас есть вот это вот f, от, ну она там от множества f, которая была у нас множество конечных последовательностей элементов из A с каким-то из отношений R, из тех четырех. Тогда мы хотим определить, ну, на самом деле итогово мы хотим определить вот это, такое вот n омега от f. Для начала возьмем множество x, которое будет множество псевдобесконечных последовательностей элементов из A. Это мы будем брать последовательности элементов из A с нулями, ну, то есть там могут где-то рандомно раскидываться нули, которые заканчиваются на бесконечное количество нулей. Ну, то есть... Вот. И для них мы хотим как-то определить вот это вот тау. А не забыл, сейчас что мы хотим, к какой цели мы движемся? К какой цели мы движемся? Мы движемся к замечательной цели. Мы на самом деле движемся к тому, чтобы сказать, что вот для наших шкал, которые мы вначале определили, вот тут... Кажется, тут как раз будет уже не вложение, а равенство. Ну, для логик. Ну, для логик. Для логик D, T, D4, S4, да, вот это вот включение на самом деле является равенством. То есть мы хотим... Да, мы хотим доказать, что это окрестностное произведение совпадает со слиянием. Да, ну, наверное, хорошо бы для, так сказать, контекста сказать, что вот если... Ну, то есть изначально исторически были произведения шкал Крипки, да, и можно определить произведение логик вот по шкалам Крипки. То есть произведение логик — это логика произведений шкал, в которых, значит, эти логики общеночки. И любое такое произведение, оно, конечно, тоже содержит фьюжн, но дополнительно содержит еще и некоторые логики. Некоторые формулы, в частности, коммутативность в обе стороны и черт-черт-сторон. Да? Вот. А вот такое произведение, оно вот оказывается, что никаких дополнительных аксиом не нужно. То есть получается, что просто соединение двух логик уже дает нам логику этих произведений. Здорово. Так, и какой наш план? Какой наш план? План, на самом деле, определить вот это вот n омега для них, сейчас окажется... Это такую контрмодель для какой-то формулы относительно произведения, да? Показывающая, что какая-то формула не лежит в слиянии, да? Относительно слияния. Да, и из этой модели, получить контрмодель в виде произведения. Ну, на самом деле мы вот для начала вот эти вот n омега научимся отображать в простые n, ну то есть в то, как мы изначально строили окрестностную шкалу по шкале Крипке. А потом будем для этого, для смотреть уже на произведение окрестностных шкал вот таких вот, построенным по нашим фрактальным шкалам Крипке. И окажется, что там будет p-морфизм из произведения в фьюжн, в некотором смысле. Ну, то есть во фьюжн этих шкал. Что-то такое. Из этого вот что-то кунаку говорили, наверное, да. Что-то кунаку из этого. Интересно. Сколько у нас времени? Надо ускориться. Ага, хорошо. Все сказали, что... Хорошо, тогда можно, наверное, большинство доказательств выпускать. Они там проверятельные довольно-таки, вроде бы. Вот. Значит, вот есть
мы хотим вот эти вот n омега определить. Как мы их определяем? У нас мы параллельно быстренько определим ст от альфа. Это как бы в некотором смысле длина значимой части альфа. Ну, альфа у нас принадлежит вот этому x. Это псевдобесконечный путь. Ст от альфа — это, по-моему, на самом деле номер первого нуля, после которого больше ничего, кроме нулей, нет. Вот. Дальше есть, можно определить вот так вот. Это если мы, если у нас альфа было А1, А2 и так далее, а мы берем и говорим, что мы рассматриваем только первые К. А я забыл, это последствия А1, А2, там нулей нет, только в квасте есть. Нет, там есть нули. Есть нули. Там везде, там много нулей. Ага. Как раз эта штука замечательна тем, что там очень много нулей. Вот, и мы определяем у К от альфа, это, ну то есть это получается, вот эти вот у К от альфа — это будет база вот этого фильтра, а у К от альфа — это что? Это у нас такие бета, ну бета, соответственно, на самом деле будет принадлежать тоже иксу, что, во-первых, а, и у нас есть важная еще функция ff от альфа, которая вычеркивает все нули из этой последовательности и возвращает нам элемент вот отсюда. Ага. Вот. Значит, это такие бета, что они совпадают до катого элемента и на длине альфа. Ну, то есть совпадают с альфа до катого элемента. Ну, то есть, ну, они совпадают до mтого элемента, где m у нас определяется как максимум из k и длины альфа. Ну, значимой длины альфа. И такие, что у нас... Пока что будем уже сразу опускать вот эти вот f большое, f от альфа состоит в отношении с f от бета. Вот. Это максимум. Да. Ну, то есть они совпадают и до k, и до длины альфа. Вот, и, соответственно, у нас получится довольно красиво, что если у нас, если, ну окей, если n больше или равно k, то у n от альфа содержится или равно, соответственно, у k от альфа. То есть чем больше k, тем меньше наша вот такая вот окрестность. Да. Ну и как раз это дает нам, что вот такие окрестности выдадут нам базу фильтра. Ну и мы радостно скажем, что каждой точке x будет соответствовать фильтр с вот такой вот, ну, каждому элементу альфа будет соответствовать фильтр с вот такой вот базой. Понятно. А, вот. Хорошо. После этого мы определили вот эти замечательные штуки. И у нас окажется, что у нас есть p-морфизм, и вот, вот из этой, вот, то есть, точнее, даже не есть, а вот этот ff является p-морфизмом из n омега от шкалы в, значит, n от f. То есть довольно естественно, что это на самом деле действительно p-морфизм. То есть он сюръективен, потому что мы сможем как бы нули приписать куда надо. И он будет удовлетворять вот этим. Вот, это тоже довольно легко проверяется. Наверное, для ускорения стоит этого сейчас не делать. То есть там просто проверяется, что образ окрестности окрестности про образ окрестности окрестность. Вот.
из вот этого... Так, к сожалению, я начну стирать. Из вот этого p-морфизма у нас окажется... Ну, то есть у нас окажется, что логика вот этой шкалы вложена в логику вот этой шкалы. И... Сейчас. А как мы знаем, логика вот этой шкалы совпадает с логикой просто изначальной шкалы Крипки. Вот. И в таком случае у нас получится, на самом деле можно будет проверить равенство, ну то есть, что логика n омега от f, ну, как ее там, назовем ее сейчас кси, это, по-моему, что вот эта логика равна логике f, ну да, f кси это, где f кси это одна из четырех определенных в самом начале шкал. Ну, там будет просто проверяться, что для чего-то выполняются те аксиомы, которые верны в d, t, d4 и s4. Да, то есть она появляется под множеством, и осталось только проверить, что аксиомы нужно там лежать. Да, и, ну, то есть аксиомы там действительно лежат, это проверяется. Вот. Мы осознаем вот это. И после этого у нас финальная штука. Мы берем, у нас есть... Тогда пусть у нас есть вот две какие-то шкалы Крипки вот такого вида, f1 и f2. Ну, тут, соответственно, она будет a, r1, тут b, r2. Мы можем определить n омега от f1, n омега от f2, взять вот такое вот произведение. Ну, назовем это вот так вот. И после этого, сейчас, да, после этого мы можем определить отображение отсюда в вот сюда. Назовем его G. Как будет строиться это отображение? Если у нас есть вот этот элемент альфа-бета, ну, это, соответственно, там А1, А2 и так далее, это Б1, Б2 и так далее. Мы сначала записываем А1, Б1, А2, Б2 и так далее, после чего вычеркиваем оттуда все нули и получаем, соответственно, какой-то элемент отсюда. Вот. После чего мы... можем доказать, что G, если мы рассматриваем его как отображение из вот этой вот... Ну, на самом деле, это не из этой шкалы... Если мы рассматриваем это как отображение из этой шкалы, которая вот эта, в шкалу, соответственно... вот в такую шкалу, то это будет тоже p-морфизм. Ну, надо брать n от этой шкалы. А, сейчас n от этой шкалы. Да. Вот я не помнила точно. Нет, это вокруг всего. А, n. Окей. Там же уже стоит произведение, да? Я из произведения двух n в n от... Да. У нас окажется, что это p-морфизм. Это тоже проверяется. Сейчас сколько еще остается? Вообще можно, наверное, не так. А. Ну просто стоит вопрос, проверять, что это p-морфизм или не проверять. Так, а можно я спрошу, а как, Андрей, как ты это придумал? Ну, я к тому, что... Нет, я к тому, что... Ну, интересно, какая интуиция у тебя была?
Ты смотрел, как должны эти поморфизмы быть устроены, какие должны быть свойства, вот, или предшественники этих конструкций. Нет, есть классическая работа сейчас 6-го года, там 5 авторов, Ван Бентон, Шмили, Саренок, еще, по-моему, в общем, про логику, про творческие произведения. То есть вот там они определяли творческие произведения по аналогии с произведением Михаила Плитки, которое вот если взять вот это определение произведения, да, для творческих пространств, то оно совпадет с их произведением. Но они там все через топологию делали. Вот. И координатное вот это, да, произведение. Ну и у них там было доказательство полноты относительно кунаку. Вот. А как бы, ну оно у них там такое, ну как бы, как-то очень сложно было устроено и описано. Ну а я подумал, как это можно упростить. И как мне пришла в голову такая конструкция для как бы произвольных уже не только как бы S4, да, для произвольных шкал практически. Ну то есть, ну тут не прилад, тут всего 4 логики, D, T, D4, S4. Но потом в следующих работах я это, в принципе, обобщил практически для всех логик. То есть тут можно обобщить. Интересно же, как рождаются мысли. Так, а что нас ждет? Нас ждет, ну, на самом деле, из вот этого, из того, что это же является поэморфизмом, окажется замечательная вещь. Окажется, что логика вот этого всего, она вкладывается в логику вот этого, но так как мы уже знаем, что логика вот такого фьюжена, это, ну, на самом деле, то же самое, что логика фьюжена без вот этого, и это, соответственно, также является фьюженом логики вот этого и логики вот этого. Да. Вот. Тогда у нас логика вот этого – это вообще, ну, собственно, произведение логики вот этого на логику вот этого. Да. Это такое окрестностное произведение. Ну и тогда окажется, что у нас, ну вот обозначим, пусть у нас есть вот это, соответственно, логика этого L1, логика этого L2. Да. Что мы уже знаем? Что у нас логика N от F равняется логике F. И сейчас, по-моему... А давай тебе сотрете что-нибудь. Да, хорошо. Все записи. Какое определение можно стереть? Какое определение? А, да. Хорошо. Значит, что у нас получится? Что у нас есть логика. Соответственно, n омега от f1 умножить на n омега от f2. Логика вот этого произведения оказывается вложенной... Оказывается, вложенный в логику n от фьюжена f1 и f2, которая на самом деле совпадает с логикой f1 на f2. И, соответственно, это в случае тех логик, которые были определены изначально, это просто фьюжн логики F1
и логики F2. Вот. Да. А вот, сейчас, вот этот замечательный объект, он у нас, он как бы, он у нас на самом деле получается, что это логик. Сейчас, равенство или нет. Вроде бы он даже равен. Сейчас. Ну, равен, да. Если равен. У нас, если мы знаем, что будет n омега против равна, да, почему же, да, то тогда логика, значит, n омега от f2. Вот, а про n омега мы уже знаем что? Мы знаем, что логика n омега совпадает с вот этими логиками. Ну, нижняя часть вложена, да, окрестностное произведение вот этих двух логик вложено в логику произведения верхней шкалы, правильно? Ну, даже если оно будет вложено, на самом деле не так уж страшно, потому что нам на самом деле нужно только вложение в эту сторону вот этого сюда. Я понимаю, но по определению мы пока имеем только вложенность, да? Ну, если у тебя там логики одной шкалы, ну, то есть одной окрестностной шкалы. Ну, по определению, это логика произведения всех шкал. Значит, мы просто, а там одна шкала, значит, ну, просто есть вложение. Нижнее произведение логик вложено в логику той шкалы, да. Ну, просто так. Хорошо, ну, как бы вот так. Ну, а вот это вот у нас там было... Сразу мы можем сказать, что оно равно, если мы точно не можем. Сейчас, значит, ну, тут включили меня сейчас. Очевидно, извините, что оно равно. Да. То есть у нас получается, что вот это вот это же. При этом мы до этого знали, что для двух унимодальных логик их фьюжн вложен в их окрестностное произведение. То есть на самом деле вот это вот... Да. Да, вот так вот. И тогда мы, получается, проходим тут, замечаем, что они равны. Я все-таки хочу спросить. Вот из общих соображений, не из конкретной этой картинки, вот то, что ты говорил, если у нас есть две шкалы и их логики, разве мы знаем, что окрестностное произведение логики должно совпасть с логикой этого произведения? Сейчас, ну, подумайте. Не очень знаю, что такое произведение шкал. Производных. Это не определяло. А определяло, да? Нет, только для сначала специального вида, вот случайно. Но мне казалось, вот это произведение, оно не зависит от того, вот их один на X2. Это-то да. И это? Да. Не пить. Да, значит, да. И вопрос, в чем заключается, но, как оно связано с логиками? Да, то есть, ну, надо подумать, я, как может, я поторопился, надо подумать. Так вот, давайте проблема как раз всей этой работы вообще. Никак, в общем случае совершенно не непонятно как. То есть она фьюжн, в данном случае фьюжн, да, сами. То есть пока ничего больше мы внешнее включение сказать не можем. Да. Хорошо. Так, ну что, кунаку у нас или мы уже. Ну, можно быстро сказать про кунаку, там вроде бы не это. Не особо долго. То есть. Сейчас тогда можно, наверное, вот это вот вложение убирать, потому что оно нафиг не нужно. Мы уже доказали, что D на D, да, фьюжн совпадает с N произведением, да?
То есть n-кратный фьюжн совпадает с n-кратным окрестностным произведением. Нет, ну что, фьюжн совпадает с n-произведением для всех комбинаций вот этих четырех волей. Ага, да. То есть, но это из-за того, что здесь так не 4 результата, а 16. А, да, 16. Сейчас, а почему 16? 4 в квадрате. Ну, можно не только D на D брать, а D на S4. Да, D на D4. Да, 4 на 4, я все понял. 4 на 4, 16. Тут, наверное, можно словами сказать, что это такое. То есть мы берем Q на Q, и как мы определяем Q как окрестностную шкалу? Ну, то есть нам нужно, по сути, задать только окрестностную функцию. Мы говорим, что некоторое подмножество Q является окрестностью функции, тогда и только тогда, когда вот это вот множество содержит в себе некоторую открытую, в смысле обычную, ну, некоторую открытую окрестность X в смысле топологическом обычной, стандартной топологии на Q. Угу. Вот. И тогда у нас оказывается, что у нас логика произведения вот тех двух шкал будет логикой S4, фьюжн с S4. То есть для этого берется, как его, мы берем n омега от рефлексивный и транзитивный, как и рефлексивный и транзитивный шкалы, где у нас множество x и tau. Ну, изначально мы берем не Q на Q, а просто рассматриваем вот такую штуку, где x — это у нас последовательности из целых чисел. Вот. Можно заметить, что у нас, если мы возьмем окрестностную функцию, основанную на обычном лексикографическом порядке, вот в этом множестве, то этот замечательный объект топологически будет изоморфен Q. Гомеоморфен. Ой, гомеоморфен. Гомеоморфен. А, то есть вот это n омега от f r c, да? Да, это будет как Q у нас. Это гомеоморфен Q. Ну, здорово. Ну, то есть... Ну, получается, из того, что там у нас порядок, он является плотным, и у нас счетное множество. Поэтому вот это вот топологическое пространство, которое там получается, оно как Q. Вот. Ну и значит, тогда логика вот этого прекрасного объекта — это S4. И значит, логика произведения будет просто фьюжн S4 с S4. Вот. Спасибо. А вот я все-таки хотел спросить. Ну, этот результат был известен вот из этой большой работы. Он был известен, но там гораздо труднее доказательства было. Да, приходилось. Ну да, но из этой конструкции можно сделать, можно легко получить новый результат. Как D4 на D4. А, ну да, в той же, как раз в той же статье говорилось, если мы возьмем... Нерефлексивный вариант. Угу. Ну, то есть если мы, получается, возьмем и скажем, что наше множество должно содержать выколотую открытую окрестность икса, тогда у нас окажется, что логика этого безобразия – это D4, а логика тогда произведения будет D4 на D4. Ну, то есть мы берем не ну, как бы, ну, в смысле, как бы, деривационную выросли. Да, я тоже Q. Тоже Q, да. То есть деривационная логика логического произведения Q, да, у меня, как бы,
модальностями, да, будет фьюжн D4 на D4. Да. А вот меня все-таки волнует такой вопрос. А какая за вот этими псевдо-бесконечными последовательностями стоит интуиция? Что ты имеешь в виду интуиция? Ну, почему надо добавлять эти дуги? Почему надо добавлять эти дуги? А, в смысле, зачем нули? Да. Нет, в принципе, можно было все без нулей, как бы, в конце сделать. Ну, просто тогда было бы больше, ну, деталей в определении немножко. Можно было бы каждый раз следить за тем, когда они там заканчиваются, как они, значит, там... Ну, так как обычно мы рациональные числа пишем в виде бесконечной дроби, да, мы пишем дроби, а в конце нули. А в нули, а в середине еще нули вставляют? А? Как? Тут же вставляется нули в середине. Ну, тут еще в середине. Нет, вот, смотри, вот это вот определение, например, тут очень красиво получается, что мы просто берем их, записываем подряд, а потом все нули вычеркиваем. Да. А если бы мы как бы сразу за, ну, все нули в конце вычеркнули, нужно было бы говорить, что ну вот, вот мы там их там перемешиваем, но потом одно из них кончается раньше, потом мы дописываем, значит, то, что не кончилось. Ну, а как? Зачем в середине нули вставлять? А, зачем в середине нули? Нет, зачем середину нули, это понятно, потому что если мы середину нули не вставим, то такая конструкция нам даст, ну, как бы, что они должны обязательно итерироваться, да? Ну, то есть должно быть так, А, Б, А, Б, А, Б, А, Б. А нам нужно, чтобы... У нас много раз подряд одно и то же могло быть. А, потом Б, 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 потом А, Б, А, Б. Ну, то есть они, чтобы они могли в любом порядке идти. То есть сначала у тебя в голове была вот эта функция G, а потом ты альфа-бет, когда ты альфа-бет так выглядит. Вот это же в последней строчке. Что из пары надо склеить последовательность, просто поставив АБ1, Б1, АБ2, а потом Д, вот эти альфа-бет-то придумал, что там надо нули вставлять. Или... Ну, да. Ну, я, честно говоря, плохо помню. Это как-то все одновременно придумалось. Мне просто хочется понять какой-то смысл нулей. Можно ли как-то проговорить его на русском языке? Вот. Нули, ну, я себе это представлял так. Нет, ну, а, ну да. Интуиция у меня была такая, что мы как бы... Ну вот эти вот... Вот эти вот как все вот бесконечные последовательности, это как бы... твое, ну, как бы, протокол твоего движения по графу. То есть вот у тебя есть вот эта вот шкала F, и ты как бы можешь что делать? Можешь идти к нему, а можешь стоять на месте. И когда ты стоишь на месте, это как бы ноль. А когда ты идешь, ну, ты как бы отмечаешь следующую точку. И, а теперь, допустим, мы идем одновременно по двум как бы, шкалам. Да. И мы можем как бы и там стоять на месте, а тут идти. А можем тут идти, а тут стоять на месте, а тут идти. У нас получается протокол как бы сразу по двум шкалам. А если мы как бы уберем все остановки, ну и просто как бы так соединим, да, то получится у нас как бы. Не то, что мы должны одновременно идти и здесь, и здесь, а мы можем идти как бы, ну, независимо. Асинхронное, да. Такое асинхронное поведение получается, шкал. Да, мне кажется, ну, есть вот такое, в принципе, асинхронное произведение. Ну, то есть вот там, по-моему, вот и я с Филиппом, чтобы у них были какие-то такие асинхронные произведения, да, там, процессы, да, то есть у нас шкала крепкий, это как бы, ну, как бы кодирует некоторый процесс, то можно определить их как бы асинхронные произведения, когда у тебя, ну, как ты можешь независимо друг от друга переходить в какие-то состояния.
Это похоже на поточность какую-то. Да. Но это асинхронное произведение, это именно оно было введено. Вот. И как-то разрешилось. Ну и можно так считать, что у тебя есть тики, но они очень частые, слишком частые. И у тебя как бы не во все тики ты куда-то реально переходишь. Если ты куда-то не переходишь, ты это копируешь нулем. И поэтому ты как бы просто смотришь, куда вот каждый тик там перешел или остался на месте, если нет. Да, значит, эномеды – это как бы все процессы, все пути по этой шкале F1, но пути во времени развивающиеся. Когда-то мы могли встать, когда-то мы могли двигаться. Да, а все вот бесконечность – это как бы гарантирует то, что мы рано или поздно окончательно остановимся. Да, и тогда вот это… Кстати, если отказаться от первой бесконечности, то получится как бы твоё пространство гомеоморфное кантровое множество. Угу. Вот. Но там непонятно, как вот это же определить. То есть там, вот если рассматривать точку рождения C на C, ну то есть каждое множество на кантровое множество, там возникает новая аксиома. То есть там как бы уже такая конструкция не проходит. Для кадра вопрос открыт какой-то. Открыть двойка. Да, значит, у нас есть вот эти два процесса, функция GF, и вот нам и дает, что вроде этого произведения, да? В слиянии тех двух шкал. А слияние это есть асинхронная произведение? Шкала это есть асинхронная произведение? В общем, да. Ну так и получается. Что? Я что-то не знаю, что-то я стал понимать. Ну что, мне кажется, надо последние слова сказать, а именно есть какие-то вопросы у других участников. Ну, если можно, я еще буквально пару минут. Можно эту конструкцию, в принципе, обобщить на. Ну, то есть тут так все хорошо получается, потому что все эти логики сериальны. Если есть сериальность, то можно сделать шкалу одинаково устроенную во всех точках. Вот такую фрактальную, да, что можно сделать. А если сериальности нету, то логика уже не полна относительно таких фрактальных шкал. То есть логика как бы может, ну то есть шкалы и логики могут быть сильно по-разному устроены. Вот, но в принципе все равно как бы, я придумал, как можно эту конструкцию обобщить и на несериальные шкалы, но удивительным образом там получилось, что у нас уже фьюжену оказывается недостаточно, что там нужно добавлять еще некоторые аксиомы. Их бесконечно много. Да, но они зато замкнуты. Да, но бесконечно много добавлять. Но поскольку они замкнутые, с ними довольно легко работать. То есть если, ну, то есть, если надо проверять на как на конечной шкале, то можно проверить только конечное число. А у меня в это время еще один вопрос возник. А вот все-таки то, что было в начале, мы рассматривали F1 и F2 в качестве деревьев, верно? Да. А если вместо F1 и F2 брать развертки некоторых пусть сериальных шкал? Сериально? Да. Да. Значит, что у нас есть? Пусть у нас вместо Fusion будет определяться в терминах развертки сериальных шкал. И вот эти N-омега, это F1 и F2 тоже такие развертки с остановками. Да. Вот эти все отображения и вот соотношения, они сохранятся? Ну нет, не совсем. Там нужно, чтобы вот этот вот хомоморфизм сработал из произведения на вот этот вот фьюжн. Да. Нужно все-таки вот эти вот эту вот шкалу, которую ты строишь N-омега, да. Ее нужно все-таки некоторым образом
причесать, так сказать. То есть вот как у Никиты Борисовича похожая конструкция была, когда в статье про произведение шкалкивки, там нужно было их, как это, утолщить. Да-да-да, чтобы каждая точка видела бесконечно много. Чтобы да. каждая точка видела бесконечно много точек. То есть нужно все равно, как бы, вот нужно размножить. Ну, чтобы, ну, потому что, как бы, ну, то есть у тебя одна точка может видеть, ну, то есть две, да, а дальше три, а тебе нужно, чтобы она на одном и том же... Ну, то есть, как бы, у тебя шкала, на которую ты... ну, точнее, вот как эта полнота доказывает? Ну, то есть, если мы уже произвольный случай берем, нам, ну, мы должны взять каноническую шкалу, да? Ну, все равно это через каноническую шкалу доказывается, так или иначе. И это что? Шкала. Через каноническую. Ну, хотя не обязательно каноническую шкалу, ну, просто, ну, вот L1 как шкала полной покрытки, да? Мы хотим построить, ну да, нет, ну там все равно как каноническая шкала. То есть, если у тебя L1 и L2 канонические, то их фьюжн тоже канонический. Берем каноническую шкалу фьюжна. И нужно, чтобы как вот, построить какие-то шкалы, которые бы... полиморфно отображались на эту каноническую шкалу фьюжна. Но эта каноническая шкала фьюжна, она может быть устроена, ну, неоднородно. Ну, то есть у тебя как бы на одном уровне могут быть разные количества потомков. Да. И тебе их нужно как бы, ну, сделать одинаково. То есть их надо размножить там, бесконечности. Да, но вот это же, вроде, в том случае, что я сказал, это перестанет быть полиморфизмом или что? Это же, если вы F1 и F2 просто развернете, вы это сериальная шкала. Будем из одной точки разворачивать. А, нет, это я, да, я неправильно отвечал. Да, значит, это все сработает. А я отвечал про другое, я отвечал, почему можно доказать, что фьюжн... то есть там же еще возникает вопрос, почему логика была относительно фьюжна. Вот, да, и тогда... Да, короче, то, что ты спросил, да, все сработает. Ну, уже должны быть полиморфизмом, потому что развертывают эти деревья, то есть можно для таких, как бы, это все для общих, для произвольных сериальных шкал такое. Ну, даже не для сериальных. Хорошо. Видно, что пора завершать. На этом мы благодарим Елену вот, за доклад. Завершаем наш семинар. На следующий раз будет Степа, по-моему, да? Да. Все.